Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни, сообщил Интерфаксу источник в ГИТИСе, где преподавал артист. Собеседник агентства уточнил, что актер умер в больнице, где проходил лечение. О госпитализации 67-летнего Гаркалина с коронавирусом сообщалось в начале октября. Он находился в больнице в Коммунарке. Заболевшего COVID-19 актера Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ. Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Был актером Московского академического театра сатиры. Позже стал постоянным актером труппы Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. Среди его наиболее известных киноработ – Федор Дёшкин в многосерийном фильме «Белые одежды» по роману Владимира Дудинцева, 1992 год, «Братья-близнецы» Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.